спортсмены Латвийской Республики. Особенно спортсмены-единоборцы. И особенно бойцы школы СНЭ. Я думаю, что я проведу мастер-класс по приезде в марте к вам. Мы вместе пообщаемся, вот, восстановим все старые принципы нашей школы, вот, и выясним много нового интересного. Поэтому готовьтесь и ждите. Тадеуш Касьянов, помимо того, что человек-легенда, он человек, который ни разу в жизни не изменил себе, не изменил священным воинским традициям и дал образец, чтобы делать жизнь с кого не только своим ученикам, но и вообще всем нам, для которых такие слова, как честь, справедливость, патриотизм, не пустой звук. И спасибо ему за это.